Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 72, из раздела «Столбчатые и круговые диаграммы». В городе Южный в 55% всех школ изучают английский язык, в 30% – немецкий язык, а в остальных школах изучают другие иностранные языки. На какой из диаграмм, рисунок 1.9, представлены эти данные? 100% минус 55 плюс 30 получается 100 минус 85. Это 15% школ, где изучают другие иностранные языки. Получается, что на диаграмме одного цвета должно быть чуть больше половины, это 55%, другой цвет должен занимать 2/3 остатка, то есть 30%, и еще один цвет должен занимать 1/3 остатка, 15%. Значит, на диаграмме В представлены данные. Ответ. На диаграмме В чуть больше половины изучают английский язык, он обозначен синим цветом, 30%, третья часть, это немецкий язык, и розовая часть – это другие иностранные языки. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.